Кстати, Иван Степанович, где вы припарковали свою четверку? Вот удобное место. Прямо напротив подъезда вот так поставил. Что это с ним? Да что их городских разве поймешь? Сейчас я все выясню. Завтракайте. Чего так взволнованы-то? Он что, бандит, что ли? Он стоматолог, Иван Степанович. Крайне неудобно перед ним. Он абсолютно нормальный человек. Видел я их цены. Все они бандиты, а не стоматологи. В принципе. Потом, надо будет перепарковать вашу машину вот сюда. Это место Каймановых. Вот, видите, я показываю. Оля Николаевна, вы простите меня за прямоту. Да. Вот это не парковка. А что? Тетрис.